Так. Сейчас я думаю норм, да? Ну и чем тебя порадует? Ты кто, дядь? Муха, не слышно. Что, сейчас должно быть слышно, ребята. Сейчас должно быть слышно. Охо-хо, ахаха. Ну понятно, да? Так. Сейчас, может, давайте пятерочку, да, откроем, пятерочку откроем, потом подождем. Норм, норм. Вот сейчас норм, да. Сейчас норм. Пять коробочек открываем и... не показывать, да. Все надо нам показывать туда, но не X5. Открываем по чуть-чуть. Не надо ничего нам докупать туда-сюда. Пять коробочек. Найс. Все, поехали. Привет, привет. Думаю, повезет. Все думают, что повезет, но, как обычно, я получу вот такой пирог. Поехали. Пять коробок открываем, делаем паузу. Поехали. Сюда, блядь! Сюда! Джингл Беллс, Джингл Беллс. Ну как вам, ребята, первая, блядь, это писец, нахуй, мама дорогая. Давай-ка, ребята, делиться в чат, первая коробка, блядь, ну это бред, конечно, это бред. Крутите, вертите она, давайте, о, это пишпец, просто, блядь, забей. Все, это все, что нужно было, мы забрали, ребята, все. Все, что нужно, я фарту увидел. Это просто, блядь, пиздец. Понимаете? Е25, сразу. Сразу. Бля, скотина. Бля, скотина, просто писец. Да. Просто писец. Ура, ура, товарищи. Ура! Поедем дальше, что ли? Е25, да? Поедем дальше. Отдай. Да. Бля, ну это нормальная тема, да. Е25 это нормально. А, продолжить, да. Продолжить. А, принтскрин. Принтскрин. А как принтскрин делать? А где принтскрин? Подожди. ПС-ка? Нет. Я просто не знаю, принтскрин как делать на клавиатуре на этой. Ребята, а как делать принтскрины? Я не знаю. Так. Сейчас мы посмотрим, подождите. Ну, просто, ну, я стример дурачок, правильно? Он же не знает, как принтскрины делает на клавиатуре. У меня такая клавиатура, что, бля, INS, HM, PU, что, PS, SL, что такое? Я даже вообще не понятно. Сейчас посмотрим быстренько. Сохранился какой скриншот. Нет, награда получена, нет. А ну да, награда получена. Е25. Внезапно. Ха! Все, получено. Отлично, отлично. Отлично, отлично. Открываем следующую. Да, в правом верхнем углу клавы. Да все, я понял. Там был большой фалос. Я не знаю. Поехали. Короче, одну коробку открыли, да. Поехали следующую бахать. Открыть следующую. Давай. Ну, стандартно. 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 Еще одна. Стандартно. Так, 5 коробок мы открыли. 5 коробочек мы открыли. Ох, Е25, это хорошо. Это хорошо, Е25. Готовые стили туда-сюда. Свой стиль, камуфляж, мама дорогая. Эмблемки туда-сюда. Камуфляжик зимний есть у нас? Все мы найдем, ребята. Е25. Это хорошая тема, да. Это хорошая тема. Так. Пиздёж. Что? Пиздёж. Что это пиздёж?
Так, что-то мы хотим. Вот что-то мы хотим замутить. Мне по поводу звука вот. По поводу вот звука я хотел посмотреть. Может добавить или не добавить. С Новым годом. Да-да-да, Виталий. Да-да-да. Поехали уже, что нам. Потом серваки поменяем, я думаю. Это все равно, да, что-то. Стиль. Но у меня есть бачат, ребята. У меня есть бачат. Везет же дурню. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. А, рассмотреть стиль. А, продолжить. А, есть контакт. Сейчас-сейчас-сейчас, минуту. Сейчас-сейчас-сейчас, ребята. У меня же есть бачат, правильно? Вот он, бачат. Только у меня на этом, подожди, мне надо снять стиль этот. И какой тут одеть? Моренто. О, о май гад. У меня есть бачат. О, май гад. О, май гад. Хорошо? Хорошо. Открыть. Поехали. Открываем следующую коробку. Хля, угадал. Что-то еще, ребята. А, маленький прям танчик. Импрувит, импрувит, импрувит. Поехали. Бля, мне хочется еще хотя бы скорпа защитника, хотя бы компенсацию. Хотя бы компенсацию. 750. Поехали, поехали. Дней према. Ну это нужно, да. У меня према маловато было, 17 дней. А, еще 2-4 коробки открываем. Делаем паузу, так сказать. На другой сервак перейдем, я думаю. Ну по 750 голды хоть кидает, нормально. Тоже ничего, 500. Поехали. Где из 3М3 защитники скорб? Быстро. Последнюю коробочку открываем. Стой, 250. Нет, все, паузу делаем. Голды немножко, да, собрали мы. Да-да-да, 8000. Нормуль. 30 коробок осталось. Короче, забрали стиль, забрали Е25. Да-да-да. Нормуль, нормуль, нормуль. Так, может 3D модель... Да, все, да, ага. Отлично. Отлично. Настройки 90. Так. Так, Тандерболта прикупил за голду ради экипажа с без Тандерболта. Короче, наверное, давайте сервак махнем. Пойдем на первый сходим. Там откроем, допустим, 10 коробок. Сейчас пойду, короче, это... Попью немножко. Сейчас приду. Ребята, лайки прожимайте. Ребята, а что так скудно?
Так, решил с коробкой. Так, решил. Все, с коробками на розыгрыш. Я потом все скажу. Ну, победитель получит у меня первое место, прем-танк там. И я посмотрю, все, в зависимости, блядь, сколько коробок ему дать. Ну, то есть, второе место там, голда, еще коробка, там, пару, может, пару коробок. Третье место тоже там, пару коробок и еще голды там. Ну, три места будет там. Вам же интереснее будет, понятно, да. Кто победитель, ему же интереснее будет. Понимаете? Подарок, это не то, что там известный какой-нибудь. А там, хоп, ты заходишь, подарок. Тут от кого? От Уитмана. Оп, он смотрит, прям танки, две коробки, три коробки. Вау, хорош, молодчик. Сейчас накатит и попрет. Да. Ребята, вот 19 человек смотрит. Давайте лайкосы, ребята, чтоб повезло. Вот Е25 его взяли сразу, с первого открытия, получается. И 3D стиль на батчата, который у меня есть, кстати. 30 коробок, 15 коробок открыли. Пап! А, еще импруи, да, взяли, получается. А, поехали, давай еще 10 коробок откроем. Здесь. Давай. Хочется еще прям танк, ну что, ну что такое, 45 коробок, ну да, давай, стандартно все это, да. Купили восточные, но это даже возьмем, да, после алкаша, наверное. Блин, вообще ничего, вот с 10 коробок вообще ничего не выпадет, что ли. Алле, хлопцы. 3D стиль. Ну хриля. Да я хриль вообще не планирую выкачивать. Лучше мне дайте из 3М3 или защитника Скорпа с компенсацией. Но... Давайте вот. Открыть следующую. Полюбы. О май гад. Вот кому-то ж повезло, вот, да, взяли 8-й левел. Там, да. Кто это? КВ-220. Пойдет. Будем в песке кататься. Придется качаться гриля. Да зачем это гриль вообще? Неиграбельная машинка. Еще, короче, забрали почти все 5-е левела, да? Тюран, Шмурян. Ладно, мне это не интересно. Тюраны, Масиманы. Так. 20 открыли. Голды зато уже 11. Немножко подсыпали, да. Можно по новогоднему календарю что-то взять. Сейчас с 20 пойдет, не очкуй. Я не очкую. Ну, например, танк какой-то есть. Там с календаря что-то можно брать. С новогоднего. Но пока там такое стоящего вообще нету. Короче, открыли 25 коробок. Получили, что мы получили? Голды мы получили где-то около 9 тысяч голды мы получили. Серебро, я даже не знаю, сколько там у меня там было. 5 левела все танки забрали. Е25 взяли. И получается, что 3D стиль на гриля и на бачат. Все, осталось сколько у нас? 20 коробочек. Ах, как говорит, не очкуй. Так уже осталось, понимаете, вот 20 коробок, мне хотя бы вот из 3М3 защитник, хотя бы компенсация в виде золота, блядь. Вот надо. Стрим быстрый будет, да? Вот запустили в течение 10 минут и понесется, да. А зрители то приходят, а что? А что здесь? А ничего здесь. Поехали? Ну, поехали. Гоните мне прем-танк. Пожалуйста. Прем-танк. Нет. Прем-танк.
Да уж, хорошо. И стрим 3 будет вообще четко. Да, блядь! На, сука! Принтскрин! Сука, на! Получи! Ай, хорошо, где мой танк? Здесь он танк, да. Ребята, лойсы. Е25-го забрали? Забрали, которого не было. И стрим 3 забрали? Забрали, ребята, все. Все танки, которых у меня не было, мы все забрали. Да. Ахалай-махалай, прям танк выпадает. И вот он, истрик. Хорош. Хорош. Да. Отлично даже. Все, осталось 15 коробочек. Все. О, так вот. Чик-чик-чик-чик. Еще на 3 отметки клиент. Да, еще и опять челленджи вот эти, да. И 3 отметки на нем надо, на Е25 надо. Да. Хорош? Хорош. Хорош? Хорош. Нормально? Нормально. Показать в ангаре? Покажи в ангаре. Ну понятно, экипаж у нас найдем. А что-то мне вот. Опа. Внешний вид. Готовые стили. Камуфляж. Есть контакт, камуфляж. Хорош. Хорош. Привет, Санек. С наступающим Новым годом, Дмитрий Павловский. Спасибо. Деда Мороза дали? Нет, вот с экипажа вообще ничего не дали. Мама ругает. Да не мама, что я с мамой живу лишь что. Вот это вы придумали. Какая мама, блядь? Ну что? Жена с кастрюлей. Сказала, будешь кричать, блядь, приду кастрюлю влеплю. Давай еще 5 коробок открыли. В азарт вошел, все, короче, ребята. Забрали то, что нужно, вот, то и мы забрали. Это вот четко, четко. Все, что нужно, мы забрали. Сейчас будет сплошно. Одна компенсация сейчас будет. Если прям танки выпадают, одни компенсации будут. Если будут выпадать. Ну, вот он восточный. Все покупали советские. А тут нате вам восточник. Экипаж с елки дают. 750, отлично. Голды немножко подсыпали мы. Голдишечки мы немножко подсыпали. 14600 уже. По кредитам вообще, серебра вообще нет, не было. Да, 500? Да. Так, что-то у нас получается. Получается. Открыли мы, да. 35 коробок. 3D скин на ИСа 7. Да я такие танки вообще не планирую качать, понимаете? Вообще не планирую. Мишку дали, он на заднем плане, его не было. Мишку. Да. Сервак махнем, ребята. Пойдем на третий сервак, так сказать, мое любимое число. Может еще что-то с 10 выпадет. Короче, я норм отбил коробки. Ты, Виталя, норм отбил? Взял все, кроме Е25. Ну, видишь, да, отбил, хорош. А у меня, получается, все. Я все забрал, получается, кроме защитника и скорпиона. Арты и скины на хэви. Во. А, арту еще забрал. Здесь же арта есть еще. Вот. А у меня 5-й левел, если, допустим, открыть. Вот. КВ-220. Вообще, его КВ-220, 5-й левел. Что это за тунг такой, блядь, что? 99, 110, бред. С броней, наверное. А, ладно, поехали. Потом. Давай покупай 49-го. Какого 49-го? Поехали. Давай мне, блядь, компенсацию веди там туда-сюда. Шик. Одну голду сыпет, даже серебро не сыпет. Голду 750, 500. 8 дней према, вообще шикарно. Давай, поехали. 10... О, 500 тысяч дали серебра. Хорош.
Хорошо. Вот если прям танк еще, было бы вообще шикардос. Нет, не хватит. Вот 5 коробок. Вот что, дальше продолжать? Нет, дальше подзависнем мы, ребята. Не будем торопиться. Не будем торопиться. Короче, давай-ка, это что? Давай, вот 5-й левел, да-да-да. Вот 5-й левел, раз. Это вот что мы, как основной. 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 Потом берем 7-й левел. Е25 как основной. Потом, допустим... Допустим, с хэвика снимем. Ага, 8-й левел, допустим, да-да-да. Есть вот так. Есть вот так. Есть вот так. А потом берем вот так. Хоп, она. И вот так, хоп. Все. Это то, что мы, допустим, забрали, кроме защитника и скорпиона. Ай, бля. Ну ладно, хоть и с 3М3, это получается прям танк бах, потом получается Е25 прям танк бах. Ну, немножечко купили, но хотелось бы больше, но я думаю достаточно. Еще сколько это получается? 12, 9. Нормально, праздник от Мефиру. Создадим. Создадим и нарядим. А, пожалуйста, купи АМХ М4 МД49. До этого АМХ можно купить всегда. Мы посмотрим просто, что будут продавать по этому, как-то, новогоднему календарю. Может, что выпадет хорошее. Какой-нибудь, может, редкий прям. Ну, короче, да, все, хана, не будет ни прям танка. 15 тысяч голды, да. Ну, тюран, компенсацию дали 1700. Они говорят, знаете что, у тебя есть, от последнюю коробку давай, у тебя есть там защитник скорб, но зачем тебе он, правильно? И так мы тебе отдали те танки, которые... Ну вот, хоть с премом, да, отлично, нормально. Нормально вернуться в ангар, отлично. Получается 54 дня према, о, почти 2 месяца према забрали. Ждем гуся. Ну вот, возможно, можно гуся, да, прикупить. Можно гуся. Короче, нормально все выпало, ребята. Вот, нормально. Забрали 10. Забрали 17 тысяч голды. 17 тысяч голды. Даже больше. 17 тысяч голды. Забрали Ис-3М3. Забрали Е25. Забрали вот эти... Импрувит, КВ-220, что у нас еще? Тюран забрали, ну понятно. Ну, бля, ну... Вроде бы окупилось, небольшой плюс. Вот у Виталия, вот если он забрал все, кроме Е25, Виталий ушел в большой плюс. Виталий ушел в большой плюс. Так. Поехали. Бум. Бум.